В этом году областной стоматологической поликлинике исполняется 50 лет. Полвека назад в ней работали 33 врача. Сегодня здесь трудится 73 высококвалифицированных специалиста. Лечебное учреждение оказывает жителям области помощь на самом высоком уровне. Здесь используют современное диагностическое оборудование и новейшие методики из мировой практики. Родоначальником стоматологической службы нашей области можно считать зубную лечебницу Пильмана, которая располагалась в районе Центрального рынка. В газете «Оренбургская жизнь» от 1914 года было размещено объявление: прием больных от 9 часов утра до 7 вечера. Тут же прилагался перечень услуг и их стоимость. Список довольно внушительный. То есть уже в начале 20 века стоматологи имели большие возможности в плане лечения. Что уж говорить о веке 21-м. Сегодня областная стоматологическая поликлиника является ведущим медицинским учреждением, где сосредоточены самые современные технологии. Ежегодно здесь получают лечение 35 тысяч пациентов со всей области. Все новое, что только появляется в мировой практике, тут же осваивается оренбургскими специалистами. Очень хороший метод лечения. Это у нас хирургия. Хорошо шагнули вперед. Это имплантология. Это вообще фантастика. Нет ни одного зуба. Крутили, ввинтили, внедрили, вживили имплантаты и поставили несъемные протезы, керамика. Это, конечно, современная фантастика. Ни одного зуба и 28 зубов выросло. Реставрация, восстановление коронки зуба, широкий спектр пломбировочных материалов, которые подбирают по цвету, чтобы не было заметно. Лечение проходит абсолютно без боли и неприятных ощущений. Красивые интерьеры тоже способствуют скорейшему выздоровлению. Таким компьютерным томографом может похвастаться не каждая областная стоматологическая поликлиника. В Оренбургской он работает уже 3 года. Мы имеем возможность сделать 800 снимков пациенту, что дает возможность поставить точный диагноз не только при повреждениях челюстно-лицевой области, при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. И особенно важен сейчас такой новый раздел стоматологии, как протезирование на имплантатах. Рядом с опытными профессионалами – молодые специалисты. Поликлиника тесно сотрудничает со стоматологическим факультетом Оренбургской медицинской академии, выпускники которой работают уже по всему миру и, конечно же, в самой клинике. Это прежде всего великолепная база для подготовки студентов стоматологического факультета, а также постдипломной подготовки. Именно на этой базе мы готовим клинических ординаторов по терапевтической стоматологии, клинических ординаторов по хирургической стоматологии. В областной стоматологической поликлинике за 50 лет накоплен большой опыт, заложены хорошие традиции. Здесь трудится коллектив настоящих профессионалов.